монтаж, выгрузились и будем устанавливать здесь теплицу. Сейчас будем собирать брус. Здесь у нас прогоны, арки, комплект поликарбоната. Михаил Васильевич там собирает у нас торцы на площадке. Будет у нас капелька 3х5 с грядками. Сейчас будем приступать к сборке. Монтаж теплицы капелька с размерами 3х5. Капли у нас крепыш идет. Здесь полностью установили каркас, накрыли поликарбонатом. Вырезать под форточные блоки. Форточный блок у нас будет на автоматах. Здесь у нас в дальнем торце будет форточка торцевая. Сейчас будем ее делать. Здесь у нас просто дверь цельная. Сейчас все это будем делать защиту сот для поликарбоната. Здесь у нас на торцах уже есть перфолента плюс профиль торцевой. Саму теплицу поставили на брус 100 на 100. Обработан антисептиком. Также и коря еще забьем. Подвески и грядки будут. Труба идет 20 на 40 на 1,5. Цинк плюс полимерная порошковая покраска 8-17. Поликарбонат идет на ватер 4 мм. 0,75 плотности. Закончили монтаж теплицы капелька крепыш с размерами 3 шириной, 5 длиной. Установили в теплицу грядки П-образной формы, стяжки. Также идет в теплице форточный блок на автоматах. Автоматы уже начали работать. Сделали с тем подвески по одной нитке с каждой стороны. Здесь у нас форточка, закреплена на крючок, резиновый дверной уплотнитель и также на двери. Саму теплицу установили на брус, забили якоря и также еще с другой стороны. По торцу у нас идет резиновый торцевой уплотнитель и защита сот для поликарбоната перфолента плюс профиль торцевой. И также все в длину. Здесь у нас дверь цельная, уплотнитель, на крючке форточный блок. Здесь форточка торцевая. Да, закончили. Теплица состоит из трубы 20 на 40 плюс 20 на 20. Несущая 20 на 40. Цинк плюс полимерно-порошковая покраска 8-17. Поликарбонат новатор 0,75 плотности 4 мм.